Инженерию лучше всего изучать в Каунасском технологическом университете, финансы в университете менеджмента и экономики ISM, педагогику в университете имени Витовта Саверикова. В новом исследовании оценены более 70 направлений обучения, и в рейтинге конкретных специальностей учитывались мнения работодателей о выпускниках, баллах первокурсников, показатели трудоустройства, уровни зарплат и прочие показатели. Как свидетельствуют опубликованные рейтинги, желающим изучать информатику лучше выбирать Вильнюсский университет, а программную инженерию – КТУ. Экономика, право, психология, философия опять осталась за столичным главным университетом, который в принципе назван лучшим по 31 направлению.